Привет, дорогие друзья! Новый выпуск по Clash Royale, и я теперь владелец аккаунта, который максимально практически прокачан для этой игры. Здесь абсолютно все эпики 7-го, а то и 8-го уровня, рарки 11-е, 10-е, то есть эпики 4-е, ну скоро будут 5-е, то есть вообще он практически фулловый аккаунт. И да, я думаю, вы кристаллы так знаете, поэтому теперь этот аккаунт принадлежит мне. Вступайте, кстати, в мой клан, если кто хочет, хэштег название на экранах. Поэтому я на этом аккаунте, ребята, сниму много материала, много разных видосов, фанатак, колод. Пишите в комментариях, на что у вас хватает фантазии, какую вы хотите колоду, возможно, какую-то фан-атаку, возможно, спуститься по кубкам хотите, если не хотите, не буду. В общем, предлагайте все, что вы в комментариях попросите. По мнению большинства, я буду, конечно же, записывать для вас разные интересные видосики. Поэтому подпишись на канал, поставь лайк и включи колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Ребята, свой аккаунт Холдик я также не забросил. И также на нем буду играть. Но тут такая тема уже происходит, что у меня не хватает времени и на тот, и на другой аккаунт. И какой-то из них я, скорее всего, ну, либо продам, либо на стриме отдам топ-донатеру. В общем, ребята, не знаю, либо вот этот кристалла кому-то продам, либо своего холдика. Не знаю, кто заинтересован в покупке, кто больше предложит, кто предложит хорошую сумму за этот аккаунт, я ему и продам. Только просьба не беспокоить меня по тем вопросам, а почему так дорого, и подари, или еще что-нибудь, дай поиграть, дай первым аккаунт. Пожалуйста, ребят, если вы не готовы покупать такие дорогие аккаунты, пожалуйста, лучше не пишите. И также не пишите, хочу продать аккаунт. Я ваш аккаунт не покупаю, сразу буду давать игнор. Поэтому, кто заинтересован за этим аккаунтом, пишите в личку, кто предложит хорошую сумму, или кто даст больше за него, тому его и продам. Либо продам холдика, не знаю, либо на стримы приходите, там его разыграю. В общем, не знаю, что будет с этим аккаунтом, но пока что я на нем буду снимать разные интересные ролики, и сегодня предлагаю пофаниться, ребятки, восьмой голем, я восьмым големом, по-моему, не играл. Не, играл, я был, у меня аккаунт китайца, я на нем играл, но там были кубки высокие, а тут я специально немножко спустился, чтобы выглядеть натером, да. Вот, поиграем старой доброй колодой с големом, после чего что-нибудь другое составлю. Все, в принципе, я готов, все, что хотел, я сказал, погнали. Надеюсь, вы оцените этот ролик лайком. Итак, 12 уровень нам подбирается. Также, ребят, еще небольшая информация по поводу аккаунтов. У меня есть аккаунты на любой вкус и цвет. Есть чуть хуже прокачки и дешевле намного. В общем, все зависит от вашего бюджета. Насколько ваш бюджет позволяет вам, на такую сумму я и могу вам подобрать аккаунт. В общем, кому интересно, кто хочет приобрести что-то, обязательно обращайтесь. Так, нам нужен сборщик. Нам нужно откатиться до сборщика и сейчас потратить бревно на принцессу. Я не буду сильно сейчас запариваться насчет там тактик, как-то тут потно играть, поэтому просто буду сейчас от балды все выбрасывать. По сути, восьмой голем все должен сделать за меня. Я не буду сильно напрягаться, не буду сильно тут следить за его картами, за его эликсиром. То есть, ну, буду играть просто расслабленно по фану, просто по фану. Как видим, я уже реально потерял много хитпоинтов, осталось 900 хп. Это такая, знаете, мини-фора моему противнику, потому что я уверен, что я его заберу сейчас, и возможно даже на трешку. Поехали, восьмой голем. Ух, я его понимаю, как у него пригорает. Ну хоть раз я поиграю на аккаунте, который прокачан лучше лучше моего противника. В основном я играю с аккаунтами, которые прокачаны хуже. Тут давайте выбросим армию скелетов. Я надеюсь, что... Ага, тут орду миньонов, а тут банду гоблинов. Банда гоблинов на принцессу. Отлично, убиваем. Убиваем принцессу, и он не задефал меня ни с правой, ни с левой стороны. Мне его жаль. Я искренне, конечно, сочувствую ему. Я чисто пофаниться. Я не буду долго тут мучить противников, чтобы его вдруг не бомбили. С такой прокачкой так низко сидишь. Из-за таких, как ты, у нас не получается подняться. Ребятки, я не буду тут. Я буду стараться на этом аккаунте выбить максимальный рекорд. Поэтому, пожалуйста, вы сначала не судите меня, потому что я сижу так низко. Я только сегодня приобрел этот аккаунт и только сегодня начал на нем играть. Поэтому покупкам не судите меня. Начало сезона, вот. Так, ну с этой декой слишком изи. Давайте что-нибудь еще посмотрим, что у него тут есть за колоды. Гоблинская бочка. Нет, с гоблинской бочкой скучно. А вот, например, с големом. Давайте посмотрим у топа в какую-то колоду. Всегда мечтал взять просто любую колоду, как какую-то у топа, и с ней тащить. Возможно, сейчас с Хогом пойдем. Не знаю, сейчас посмотрим. Любую, какую мне понравится. Или в ТВ-рояль давайте посмотрим. Так, что у нас тут есть интересное? Может, с гигантом попробовать? С гигантом я никогда не играл. Вот популярная дека, ребята, с големом. Давайте с ней попробуем. Ведьма плюс голем.
Я с ней, правда, честно, я вообще с големом не умею играть, и на самом деле я могу проиграть. Хотя тут трудно с такой прокачкой реально лузануть, но я могу. Я тот человек, который реально с големом вообще ноль, и я не понимаю, как с ним играть. Давайте сразу ставить голема, потому что он ставит сборщик, я не знаю, молнии у меня нету сразу, хотя вот сейчас она следующая карта, поэтому как голем подойдет к его вышке, мы сможем завязать молнию. Убиваем его хога, и сейчас я не знаю, подбрасывать ведьму или молнией ударить, чтобы убить сборщик, хотя мне кажется уже поздно бить молнией, поэтому так, ведьму не буду подкидывать, подкину дракончика, потому что там варвары. Так, мегамуху. Да, подкину еще. Нет, подождите, пока не буду ничего подкидывать. Я подожду, может, еще один его сборщик. Та выброшу молнию. Возможно, так. А, нет, тут мы выбросим стрелы. Отлично. Задефались и ставим свой сборщик. Слушайте, вообще так изи играть, это так круто с такой прокачкой. Я представляю. Поэтому, ребят, кто реально пытается свой аккаунт вкинуть туда много гемов, прокачать его, то можете не тратить, купить сразу готовый аккаунт. Давайте, тут мы юзнем молнию, естественно, бам-бам, все, и его сборщика нету. Это, я не знаю, это так круто. Вау, голем. А вот сейчас мне будет не смешно, точнее, три мушкетера. А вот сейчас мне будет не смешно. Сейчас я буду плакать. Ну, я думаю, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой же ты опасный. Какой же ты опасный. Давайте сделаем вот так. Я не ожидал, я не думал, что Хок может быть с тремя мушкетерами, серьезно. Поэтому не ожидал, честно. Ну ладно, пропускаем урон, пропускаем, ничего страшного. У меня стоит сборщик, я в любом случае в плюсе. Я сейчас еще второй сборщик поставлю. Я даже могу ему вышку отдать, я просто заберу с него сейчас трешку. Серьезно, у меня восьмой голем, чего мне переживать? У меня восьмой голем, как это классно. Я такое удовольствие получаю сейчас от игры, вам не передать. Окей, пускай Хок забирает вышку. Я ему ее отдаю, если он ее, конечно, заберет, забирает. И погнали, погнали, голем. Голем, ставим голем. У меня стоит сборщик, у меня все хорошо. Его от 3 мушкетера я убиваю за 6 эликсира. Все изи. Ну вот смотрите, сейчас я вот думаю одного убить мушкетера или... Так. Ну давайте вот через вышку заберем. Тун-тун, Ах, он варварами, да? Ах, да, тут, конечно, хитро. Варварами забрал молнию. Так, тут, конечно, вспотеем мы сейчас. Но я снова поставлю голема сразу же. Сразу же голема ставлю, отлично. Так, хорошо. Ой-ой-ой, тут вообще красавчик он. Спасибо большое тебе, дружище. Большое тебе спасибо. Быстрее, быстрее, надо срочно забирать. Забираем, надеюсь, вышку. Да, забираем. Тут мы выбрасываем маленького дракончика. Тут мы выбрасываем мегамуху. И сразу же ставим голема вот здесь, вот так вот, сразу посередине. Оп, отлично. И все, идем сразу на вторую звезду. Конечно, неожиданно просто, я не ожидал у него трех мушкетеров увидеть в начале игры. Так, ну давай, давай что-нибудь выбрасывай. Давайте, ну ладно, молния тогда. Тогда юзаем молнию, тут юзаем стрелы. Ну и это победа. Изи, вообще, я не знаю, прокачка тащит, это серьезно, прокачка тащит, если бы я был, наверное, такой прокачкой, как и мой противник, либо хуже, я бы проиграл ему, серьезно. Ну, так, а что еще? Какую еще можно... Давайте с какой-то, может, деку с хогом. Какую я могу заменить колоду? С бочкой оставлю. Да давайте четвертую деку могу заменить. Может быть, с хогом сейчас какую-то интересную колоду. Не знаю, что-то хочется такое по фану прям. Не знаю, правда, что. В общем, пишите в комментариях, какие вы хотите колоды на этом аккаунте, какие-то атаки. Я обязательно, ребята, отсниму, если аккаунт не заберут. Вот, можно с хогом, ну блин, я не совсем умею через этого палача играть, я больше люблю такими тяжелыми картами, типа пеки, голема, роял гиганта, то есть с хогом я пытался, но у меня плохо получается. Можно с лавой попробовать, так, а что это за дека? Нет, это не то. Вот можно с гигантом попробовать, не знаю, в общем, блин, вариантов много, но я не всеми смогу сыграть. В общем, ребят, хочу попробовать деку с хогом вот именно вот такой вот связки. Что у нас по прокачке? Прокачка отличная, 11-й хог, я готов, поехали в бой. Блин, это круто, 11-й хог, 11-й кабанчик, блин, это вообще жесть. Так, ну сейчас посмотрим. Я, честно, с хогом, ну, тоже не умею играть. Я больше привык с кладбищем, с коргиком, конечно, ну, блин, я тот еще... Тут еще пидор. Так. Ну, давайте сольем гоблинов. Я не знаю, как сейчас быть. Давайте палача направо.
Блин, а Хога нету, в атаку и не пойти. Наверное, буду сейчас через ракету и через торнадо его убивать. Я не знаю, как по-другому. Давайте, тут рыцарь. Рыцарь. Так, хорошо. А теперь что? Нужно его перетягивать или нет? Ладно, я забиваю. Я думаю, там задефаем. Поехали. Поехали в атаку сейчас. Так, ночная ведьма. Ледяной дух. Тычку. Отлично. Еще одну. Круто. Я ему нанес так же уроном, как он големом. Я ему хогом, как он мне големом. Убиваем сборщик. Пока все изи. Ну, конечно, прокачка у меня очень дикая. Понятно, будет изи. Я сам 13 уровень. Давайте сольем гоблинов, сольем гоблинов. Ему это плохо, то, что ему сборщик не дал поставить, потому что, ну, у него дорогая дека, и ему сборщик нужен. Рыцарь пойдет и хог плюс дух. Поехали. Поехали. Хог плюс ледяной дух. Мегамуху тормозим. Рыцарь там, ну, не справится он. Не справится, конечно, с ночной ведьмой. Но тут у нас палач есть. Палач сейчас заберет и ночную ведьму, и мегамуху. Как видим, он не может голема поставить. Ему не позволяет эликсир и не позволяет возможности. Он дефается, ребята. Я его заставляю дефаться постоянно. Смотрите, снова выбрасываю гоблинов. И ему опять снова нужно что-то... О, голема выбросил. Ну, окей. Окей. Так, голем уже полуживой. Смотрите, что творит палач. Охренеть. Так, я не знаю, давайте, давайте вот так вот с помощью торнадо, и как-то нужно миньончиков убить. Да ладно, мое торнадо миньонов убивает? Это смешно, это реально смешно. Ну блин, я привык, что у меня плохая прокачка, и у меня так карты не убивают вражеских юнитов. У меня постоянно проблемы с этим всем, и мне приходится еще какую-то карту подбрасывать. Ну что, смотрите, что мы делаем. Делаем вот так, подтягиваем всех... не получилось. Не получилось, ребятки, не получилось. Он убил меня молнией. Ну окей, чё, мы сейчас прокручиваемся снова. И снова. Давай, голема, отлично. Давайте выбрасываем палача. И сейчас пойдем по правой стороне. Пойдем по правой стороне. Потому что, ну, нам нельзя на одну сторону. Внимание, все, блин. А, смотрите, его бревно не убивает моего духа. Я думаю, вы помните эту тему, когда я тоже не мог бревном убить ледяного духа. Меня это так бесило. У меня бревно 2 уровня, а у противника был 13 уровня ледяной дух. Так, ну что у нас? У нас, в принципе, все хорошо. Давайте вот так. Что, будет бревно? Я думаю, ракетами будем уже забрасывать его. Пора. Тычку хок сделает? Нет, тычку хок не сделает, но мы... Блин, ракета, ни хрена себе, сколько она наносит урона. Это жесть. Окей, окей, давайте, нужно добивать его. Добивать. Так, палач. Палач. Торнадо. Давайте оттягиваем сюда с помощью торнадо. Просто голема на изи. У него, кстати, тоже 7-й голем, пусть он не ноет, так как... Да ладно, я добью ракетами, что мне переживать. Так, остается 400 хп, 400 хитпоинтов остается, поехали, дух плюс бревно, так, сливаем гоблинов, а я, походу, не успеваю, да, добить? Да, я не успеваю добить, нужно было заранее ракетами забрасывать, ну да ладно, блин, это фан, вы не думайте, что я тут... показываю какие-то крутые атаки, пытаюсь что-нибудь там научить, какие-то стратегии рассказать, колоду показать. Не, я просто фанюсь, ни в коем случае я не горжусь тем, что я выиграл с такой прокачкой своих противников. Поэтому вы можете писать в комментариях все, что угодно, что вы с такой прокачкой на 6000 ели, вы бы точно всех выигрывали. Я вопросов к вам не буду никаких иметь, естественно, вы это бы все смогли, естественно, вы лучше меня играете, поэтому... Никаких вопросов к вам. Так, ну давайте тут гоблинов сольем. Дальше сольем рыцаря. Рыцаря сливаем. 1400 хитпоинтов. Лол, ну как так? Жесть, 1400 хп остается на его вышке просто за один заход. За один заход минус 1500 хп. И снова у меня есть хок, и снова мы идем в атаку. Максимальная прокачка, это ну да. Это 11 хок, серьезная вещь. Дух, отлично, все, минус вышка. За два захода минуснули вышку. И просто в нулину его контрим. О, это кор-гигант 13 уровня. О, на таких я очень хочу реально оторваться. Потому что они меня бесят. Они меня ужасно бесят.
Поэтому вот то, что я его выигрываю, это даже мне в удовольствие, потому что я Корги Го в 13-х... Я сам играл с ним, да, я не спорю, что я сам еще тот, ну вы поняли, тот, кто играет с Корги Гом. Но не мне бесит, когда я играю с Хогом. Я пытаюсь на своем аккаунте с Хогом там тащить, но я не у меня не получается. Во-первых, я не настолько скиллован, да, с Хогом реально нужно очень хорошо чувствовать колоду. И прокачка иногда хуже, чем у моего противника. Вот. Ну, хотя у меня там тоже 10-е рарки, не буду жаловаться. Все дело в руках, а не в прокачке. Ну, поехали, забираем у него вторую вышку. Смотрите, 11-й хог фуловый просто дошел к вышке. И сейчас бы фризом накрыть это все дело. Бомбит, я понимаю, у всех бомбит. Но ты же с Корги Гом, ты думаешь, ты непобедимый, да? У тебя же королевский гигант. Ну, поехали, сейчас мы будем дефать королевского гиганта. У нас есть ракета, у нас палач, торнадо, у нас все есть, у нас все прокачано. Это просто, смотрите, сколько зрителей смотрят мою атаку. Такого никогда не было, потому что все хотят посмотреть, как играю на фуловом аккаунте. С помощью вот такой вот... А, он хотел шахтером отвлечь моего палача, но он палач живой до сих пор. Отлично, окей, 500 хп остается на вышке. Окей, окей, поехали. Дух плюс хог. Сейчас будут у него варвары, естественно, но Хок все равно пару тычек сделает. Одна и вторая... Не, вторую не успевает сделать, окей. Мы забиваем на левую сторону, ее уже нет дефать, ее уже нет дефать. Ну, максимум тут гоблинов выброшу. И все, и мы переходим, ребят, в контратаку. В контратаку по правой стороне. Забиваем полностью на его всех юнитов, нам плевать. Вот так с помощью торнадо всех подтягиваем, с помощью палача всех убиваем. Тут давайте, наверное, ледяного духа выбросим, чтобы он все-таки трешечку с нас случайным образом не забрал. И палача. Все, победа, изи-бризи. То есть, ребят, ну кто приобретет этот аккаунт, и он реально, ну, его всегда бесили перекачанные игроки, он будет доволен. Серьезно, он будет доволен, с этим аккаунтом будет тащить абсолютно каждый. Вас никто не будет бесить в этой игре, вы будете играть просто в удовольствие. Я, например, если даже его не продам аккаунт за ту сумму, которую хочу, я даже его себе оставлю. Мне очень нравится, это прикольно играть фулл прокачкой. Я очень доволен, что у меня этот аккаунт появился. В любом случае, либо разыграю, либо оставлю, и то, и другое мне будет, и оба варианта мне подходят, поэтому, ну не знаю, что будет, то будет. Если кто-то готов предложить хорошую сумму, в общем, кто больше предложит, тому и отдам. Если реально будет хорошая сумма, если нет, оставлю его себе. Буду я на нем записывать видео, показывать какие-то атаки, очень все круто. На этом буду прощаться, ждите новые выпуски. Естественно, на холдике я не перестаю играть, скоро увидите новые видосики. Подписываемся на канал, ставьте лайки и ждите мои новые ролики. До новых встреч, ребят, всем пока.